что главный структурный компонент – это белок. Поэтому прежде всего, что лежит в вашей корзине питания, подумайте, есть ли белковые источники белка. И самый доступный, легко усваиваемый источник белка – это яйца. А проанализировав настоящую пищевую корзину, да, потребителя, мы видим, что получается 0,5 яйца в день по нормам. На самом деле нет. То есть можно съедать до 2 желтков в день. Врачи говорят, в потребительской корзине должно лежать больше мяса, овощей и молочных изделий, иначе не избежать проблем с желудком и нервной системой. Сегодня прожиточный минимум для работающего человека составляет 10 тысяч.